роботов, которые перешли из космической сферы в повседневную жизнь. Коротко, если вам кажется, что космические технологии являются чем-то очень далеким и ненужным в нашей земной жизни, то вы очень ошибаетесь. Например, смартфон никогда бы не был таким, как сейчас, если бы не космические инженеры. Ведь действительно, ученые мировых космических агентств меняют не только карту нашей Вселенной, но и повседневную нашу жизнь на Земле. Итак, технология под номером один. Это пена с эффектом памяти. Эта технология была разработана НАСА в 1966 году. Изначально сотрудники агентства разрабатывали материал, который помог бы смягчить воздействие перегрузок во время взлета и посадки космонавтов. Однако проблема заключалась в том, что параметры тела астронавтов постоянно менялись, а значит, каждый раз приходилось бы делать индивидуальные кресла для каждого. Поскольку это было очень трудоемко и непрактично, инженеры создали материал, который мог быстро принимать форму, а затем возвращаться в состояние покоя, когда не используется. Технология под номером 2. Кохлеарный имплантант или слуховой аппарат. Традиционные слуховые аппараты помогают не всем, поэтому многим людям имплантируют кохлеарные протезы, которые воздействуют прямо на слуховой нерв и компенсируют потерю слуха в случае нейросенсорной тугоухости. Кохлеарные имплантанты существуют с 1960-х годов, но их современное применение было впервые разработано инженером НАСА Адамом Киссией, который сам страдал от плохого слуха. Работая над задачей по приему и распознаванию сигналов, Киссия в будущем смог применить свои знания и создать имплантант, который изменил жизни тысячи людей. Технология номер три. Что бы вы думали? Детское питание. Младенцы получают все необходимые питательные вещества из грудного молока. Однако не всегда у матери есть возможность кормить грудью. Сегодня на помощь в таких ситуациях приходят специальные смеси, главный компонент которых был разработан при финансировании НАСА. Изучая водоросли, специалисты агентства заметили, что некоторые виды содержат незаменимые жирные кислоты, присутствующие в грудном молоке человека, так называемые докозагексогеновые и арахидоновые кислоты. Дальнейшие исследования показали, что эти кислоты невероятно важны для детского развития, особенно если ребенок родился недоношенным. Сегодня вещество, разработанное на основе микроводорослей, содержится в более чем 90% детских смесей США и добавляется в детское питание во всех других странах. Технология номер 4. Камеры в смартфонах. Сегодня каждая новая линия смартфонов показывает лучшие качества своих камер. Сложно представить, что у кого-то до сих пор есть мобильный телефон без камеры. Однако раньше такие крошечные камеры в устройствах были просто невозможны и недостижимы. Миниатюризация стала возможна с изобретением цифровых датчиков изображения, за которыми стоит ученый НАСА Эрик Фоссум. Пытаясь уменьшить камеры для приборов межпланетных миссий, Фоссум создал активно-пиксельные датчики. С их помощью в каждом пикселе появилась возможность считывания для дальнейшего преобразования заряда в напряжение. Немножко запутано, но бог с ним, пускай будет так. Технология номер 5. Что же такое? Это компьютерная мышь, оказывается, была изобретена для НАСА. Это устройство кажется нам таким простым и незаметным, что сложно представить мир без него. Но и оно, пусть косвенно, но все-таки появилось при поддержке космических разработок. Придумал компьютерную мышь и получил патент на устройство Дуглас Энгельбарт, руководивший лабораторией в Стэнфордском исследовательском институте. Он создал ее в рамках космической программы, частично финансируемой НАСА. Однако агентство не оценило устройство, поэтому ученый решил самостоятельно развить эту идею.